Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это опять GTA San Andreas. Короче, что у нас идет дальше? У нас есть выбор от Джилока, и да и в принципе больше никого пока нет. Ладно, мы идем. Опа, это еще кто такие? Баласы. Что происходит? Даже не пытайся меня впечатлить своим рэпом, парень. Офицер Тенпенни, ты где взял мой номер? Пути и способы, ты кусок говна, блин. Ты пытался что, прятаться от меня? Нет, сэр, у меня было много дел, вот и все. Ты не занят? Если что-то ты делаешь что-то для нас, понял? Да, громко и отчетливо. Приятно слышать, Карл. Приходи в забегаловку с пончиками, тут, в середине рынка. Нам надо побеседовать. Отлично, у нас есть еще выбор с офицером Тенпенни и Оджи Локом. Давайте выберем копов. В принципе, краш близко у нас. В Android версии это буковка C синего цвета, а здесь C белая и какие-то полосочки еще. C это краш, типа подразделение краш этих полицейских. Ладно, пошли. Пылающая страсть. Эй, Карл Джонс, Си-Джей! О, чё. Иди сюда, к нам, сынок. Подвинься, болван, дай ему сесть. Значит, у тебя все-таки нашлось время для нас. У меня были дела, я маму свою хоронил. Звучит совсем неубедительно. А офицер Пуласки думает, что ты с нами тут шутки шутить вздумал, блин. А теперь слушай внимательно. Мы твои хозяева. Ты наша собственность. Мы можем на тебя насрать с такой высоты, что ты решишь, что это сам Бог сделал это. Пой, понимаешь? Лучше бы это ему понимать. Да, для собственной пользы. Пора за работу, Си-Джей. Будешь отрабатывать свою свободу. Один парень прячется от нас друг... в конце города. Пуласки, ты знаешь его? Он такой же дурак, как и ты, гангстер, наркоторговец, убийца полицейских. Он не нравится нам, а мы не нравимся ему. Твоя задача сделать так, чтобы он никогда не покинул этот район, даже в гробу. А теперь смывайся отсюда. В переулке в деловом районе Лос-Сантоса Тенпенни спрятал несколько бутылок с зажигательной смесью. Найди их. С зажигательной смесью? Это коктейли Молотова получается тогда. О, амунация впереди. А вот жаль, что она пока недоступна. У меня денег не так уж и мало, я мог бы пушек бы нормальных набрать. То там перестрелка будет пожестче. И там можно сдохнуть, потому что оружия нормального у меня нет вообще. Бутылки с зажигательной смесью, отправляйся к дому банды и подожги его. Ой, блин. На полицейской тачке, причем ехать еще туда. Это... О, вот. Вот оно где. Ой, тут... Да тут Вагас.
Блин, у меня и пистолетов-то нет. Ой, самому бы не загореться бы еще. Раз. Гори, гори, ясно, чтоб ничего, блин, не погасло. Промазал. Так, пролезаем сюда и будем следить, чтоб на нас не напали вагасы. Вагасы довольно нехилые-то противники. Ой, самому бы не. Гори, гори, ясно, чтобы... Ничего. О, бежим, бежим. Еще, еще оружие давай. Блин, бежим. Если нас кто-то убьет, то это трындец будет полнейший. Блин, промахнулся. Да, он точно сгорит до основания. В здании осталась девушка, ты должен спасти ее. Так, я надеюсь, вагасов нет. На всякий случай заготовлю пистолет. Нету. Дом банды Вагас. Ну да, Вагасов-то нет, все сгорели. Ой, блин. Не видно ничего. О, бабки. Бабки есть. Главное, вот самому бы на огонь бы не наступить. Надо огнетушитель найти. Я помню, здесь огнетушитель где-то есть. Здесь? Вот он. Отлично. А, вот. Огнетушитель у нас вроде бы бесконечный. Такого, конечно, не быть в реальной жизни не может, но нам же лучше. В этот момент. Давай, тушись, тушись. Нельзя нам загореться ни в коем случае. Вот. Если мы загоримся, то мы сдохнем сразу же, потому что у нас здоровья очень мало. О, господи, мне так страшно. Ой, блин, да дом рушится. Что это было? Слушай, здание начнет разрушаться, нам надо выбираться отсюда быстрее. Ой, а, нам тут не пройти, блин. О-о-о-о. Так, не горит. Ой, блин. Быстрее, гаси, гаси. Ой, я не вижу ничего, серьезно. Да не торопи, я делаю как все как могу, блин. Ой, а сюда не, можно пройти? А сюда не пройти, можно обойти только если... Ну давай, тушись быстрее. Давай, еще тушись. Ну уже, давай, тушись. Вот и все. Эй, парень, я жизнью тебе обязан. I was
Еще бы немного мне бы не сдобровать. Слушай, детка. Здорово. Спасибо. Тебя надо бы домой подвезти, наверное. Где ты живешь? Совсем рядом с Гроу-стрит. Ого, а что ты делаешь на территории Вагостона? Я люблю опасную жизнь. Ты ведь Си-Джей, да? Да, а ты откуда меня знаешь? Я все на Гроу-стрит знаю тебя и твоего брата Свита. Но я не думал, что где-то... Я не убегаю никогда, мне просто надо было выбраться из дерьма. Ненадолго. Я здесь живу. Давай сюда. Ой, а зачем я на Гроу-стрит-то заехал? Здесь живу я. А не она. Вот, здесь. Тебя как зовут? Дениза. Дениза Робинзон. Звякни, как-нибудь мы прогуляемся или чем-нибудь займем. А мне эта идея нравится. Увидимся позже, Си-Джей. И чё, никакой награды не будет? Теперь Деннис твоя девушка. Радуй ее почаще, она тебя не разлюбит. Чтобы пригласить ее на свидание, нужно остановиться возле ее дома. Понятно? Нам это, в принципе, ни к чему. Мне надо сохраниться. Срочно надо сохраниться, потому что, блин. Опа. Что такое, Свит? У нас проблема. Какой-то придурок решил кинуть своих братьев с Гроу-стрит. Кто? Посмотри сам, он покупает дурь в парке Глен. Он знает, что по району слухи ходят, поэтому скрывается вместе с новыми друзьями Балзи. Черт. Как бы к нему подобраться? Пора объявить о твоем возвращении, Си-Джей. Ты поставишь всех... Ты всех разгромишь в этом парке, и мы его отвоюем. Теперь твое выступление. Тебе нужно взять пару стволов, отправь всего амунацию и снарядись. Есть! Наконец-то амунация доступна. В амунации можно купить нормальные пушки. Не то, что у Эммета. Наконец-то больше не придется заходить к Эммету. Так, сохранились. Теперь едем в амунацию. Жалко только, что амунация есть только... Есть еще одна амунация тут неподалеку, но она, увы, пока недоступна. Надо заехать в ту амунацию, которая указана на карте. Денег у меня пока не очень... С деньгами у меня пока не густо, поэтому крутые пушки нам не добыть. Например, автомат СМГ мы не сможем купить. Точнее, сможем, но немного совсем на одну покупку, так сказать, хватит патронов. Долго воспользоваться им мы не сможем. Но тем не менее, у него есть альтернативы. Всякие другие там. Так, и вот где-то здесь должна быть амунация. Вот она, я ее вижу. Добермен. Это магазин амунации. Здесь можно покупать оружие и боеприпасы. Да. Причем много боеприпасов-то купить можно здесь. Это парк Глен, территория банды Палас. Которую надо отвоевать. Чтобы отправить эту территорию к уже имеющейся, тебе нужно расправиться с контролирующей ее вражеской бандой. Сделаем это. В продажу поступил новый вид оружия. И да ладно, и какой же? Во-первых, защита тела обязательно нужна мне.
Защита тела просто необходима. Пистолеты, пулеметы, ТС-9 тоже может пригодиться. Сколько он стоит? $300. Ну давайте еще возьмем. Давайте еще. Хорош. Что-нибудь еще можно взять? Пистолетики. Ну, 9 миллиметров калибр. 9 мм. Что-то такое. Все, достаточно. Я надеюсь, чтобы отвоевать территорию, этого пока хватит. Опа. А почему здесь фотка СиДжея? Странно. СиДжея, правда, без бороды. Но все равно СиДжея. Ладно, все, поехали в Глен Парк. Нам надо его отвоевать. Первый захват территории у нас. Первый и в первом сезоне единственный. В первом сезоне нашего прохождения. Ой, блин. Вот в четвертом или может третьем, я не знаю, блин, в каком сезоне. В третьем, наверное. Нам придется очень много отвоевать территорий. А в первом сезоне только одну. О, звездочка. Если взять звездочку, то у нас отнимут одну звезду розыска. Одну только, не весь розыск. Эй, балосы, пора вам искать новую территорию. Здесь теперь будет Grow Street. О, у них есть неплохое оружие. Я возьму его, пожалуй. Так, фиолетовым цветом помечены балосы. Атакующие. Если мы будем захватывать территорию вагасов, то они будут желтого цвета. Так. Надо пригнуться. Этот с дубиной. Но с дубиной это ничего страшного. Опа. Эти близко совсем. Ты отразил первую волну. Да они с дубинами. Чё мне они с дубинами-то сделают? С дубинами они нифига мне не сделают. Так, давайте-ка на другую сторону перейдем, чтобы подготовиться к атаке. Опа. Как ниндзя. Передвигаемся. Так, ну где вы? Подходите ближе. Блин, жалко, нельзя приблизить, как в GTA 4. Ты выдержал второй натиск. Отлично. Будет еще один, и этот район. Если мы справимся с еще одним, этот район будет наш. Кстати, они меня вообще урон никакой. Ой, блин, не нанесли. Во время захвата будут появляться сердечки, пополняющие здоровье, и бронежилеты, которые будут останавливать запас брони. О, эти уже с пистолетами. Вон там еще есть. Но первый захват территории будет легкий достаточно. Это уже ближе к концу игры будет очень тяжело. Балосы и вагасы будут невероятно сильны. Этот район теперь твой. Прекрасно. Нажми Tab, чтобы взять это... А, теперь эта территория принадлежит семьям Grow Street, помечена на радаре зеленым цветом. Очень круто. Членов твоей банды можно будет найти на этой территории. Если у тебя высокий авторитет, можно их нанимать на какое-то задание. Твоя территория будет постоянно подвергаться нападениям вражеских банд, и тебе придется ее оборонять. Когда на твою территорию нападают, она мигает красным цветом, и на радаре появляется соответствующая иконка. Что ж, круто. Захват территории означает для тебя дополнительный авторитет и доход. И твоя банда Grow Street заработает на этом бабки. Это очень круто. Меня подставил Тенпенни. Ты испугнул предателя, убей его.
А при чем здесь Тенпень? О, все, идите в жопу, вы мне больше, блин, не нужны. Ну, теперь снова направляемся к полицейским. А потом направимся к Оджилоку. И на этом закончим серию. Зайдем в забегаловку. Пообедаем там немного. Будет, надеюсь, интересно. Да, копы, как всегда, едят здесь. Наверняка здесь опять мы встретим этих... Карл! Куда ты намылился? Куда ты намылился, Карл? Я думал, что мы друзья. Ну да, как скажешь. Как полицейский, ответственный за борьбу с гангстерским насилием, я оказываюсь перед нелегким нравственным выбором, Карл. Карл, я обиделся, ты чё? Не больно. Это именно тогда, когда я собирался помочь этим беднягам с Гроу-стрит. Да ну, и как интересно. Мы хотели сохранить статус КВО. Мне нравится, когда вы все козлы делаете за меня всю работу. Кишки друг друга выпускаете. Дебилы вы. Да, и теперь, когда мне сообщат, что одна банда несправедливо преимущество перед другой имеет, я начинаю всерьез беспокоиться, Карл. А что ты имеешь в виду? Я говорю, что балласт на черепушках есть мозги. Я говорю, что они заводят дружбу с нужными людьми и собираются заняться чем-то посерьезнее бестолковых перестрелок. С тех пор, как пал занавес в Америку, хлынул поток дешевого оружия. Может, хватит ерунду гнать, Темпени? Скажи, что нужно. Ты наведайся на товарный склад недалеко от доков, и тогда ты поймешь, что я имею в виду. Это твоя забота. Конечно. О, какая тачка, блин, тут стоит. Надоела полицейская машина, а она, кстати, пропала. Блин. Тихо. Так. Где я там? Возле доков. Ой, господи, как ее заносит-то, а? Зачем я взял эту тачку вообще? Короче, теперь на мини-карте будут обозначены территории. Если территория обозначена фиолетовым цветом, значит она принадлежит банде Баллас. Если желтым цветом, банде Вагас. Если зеленым цветом, то это наша территория. Банда Гроу-стрит. Феймилис. Любую из них можно... Какую-то из территорий можно отвоевать. Это повысит авторитет, и можно будет зарабатывать бабки. Ну, Дофин, в начале игры нету смысла, в принципе, завоевывать, потому что их потом балласы в один момент отберут опять. Не буду спойлерить, на этом закончится первый сезон только. Вот, приехали. Что-то немного подключила эта фигня. На складе сейчас какие-то переговоры между русскими и бандой Баллас. Чтобы прорваться внутрь, тебе придется найти вход. Без проблем. Чё тут находить-то? Вход. Вот он. Вход прямо передо мной. Чё искать-то, бля? Здесь есть русские, давайте-ка от них избавимся. Эй, подходите ближе. Не люблю русских. О, какая классная пушка. Надо ее взять обязательно. Автомат СМГ. Тихо. О. Бежим.
Во-хо-хо-хо, нафига ты вез эти бочки, я? Скажи мне. А, это русский. Я думал, что-то какой-то странно немного выглядит. Так, да жилет, я думаю, не понадобится. Ладно, когда, хотя на всякий случай возьму. Так, я сейчас открою эту дверь. Слушайте, я наверное, сейчас если застрелю эту бочку, она бомбанет. Ну-ка, давайте попробуем. Да, конечно. Стоило этого ожидать. Сейчас я выстрелю в этот замок, и там будут толпа русских, наверное. Ну-ка, давайте-ка тут спрячемся на всякий случай. Надо было, наверное, после этого брать бронежилет. А, я взял? Что это за... Опа. А, эти не взрываются? Здесь есть броня, которая нам очень пригодится. Так, вот еще бочка есть. О, а вот и балласы. Я думал, здесь только русские будут. А хотя нам... Блин, я не могу попасть в них. Блин, надо было сразу выстрелить в эту бочку, наверное, блин. Ой, нельзя касаться огня. Убей русского торговца оружием, находящегося в конторе. Пошел ты, американец, я убираюсь. Ладно, я, наверное, не успею. Бесит, когда надо оружие перезаряжать, потому что все время... Потому что, когда перезаряжаешь, тебя убить могут быстро. Блин, лучше валить быстрее. Пошли вы все нафиг. Куда, торговец оружием? Мы боремся с преступностью, а ну стой, блин. Блин, а он... А, я же так стрелять могу, зачем мне наперекосяк вертеть мотоцикл? Все, дальше он сам взорвется. Ну и теперь Коджилоку, наверное, поедем. Все, поехали Коджилоку. А, амунация тут, кстати, рядом. Амунация. В амунацию давайте заедем сначала. Надо взять броню. Да, Тенпенни никаких бабок нам за это не дает. Неблагодарный человек. Так, обязательно броня. Ладно, броня как минимум, в принципе-то. И все. Теперь идем к Коджилоку. И это будет последнее задание. Коджилок. Где он?
Да, тут недалеко, я думаю. Недалеко. Доедем. Ой, бля. Эй, иди в жопу, понятно? Мне по барабану что-то там сказал. Никакая я тебе не уборщица, блин. О, здоров, как сам Лок? Уборщица, это не Gangsta Style. Слушай, меня опять закроют. Я перед этим хочу тусу на весь район сделать. Возможно, это мой последний шанс заявить себе. Что будем делать-то? Ну, обратно на Grove Street пойду. Хочу сделать звук погромче. Полный бомбастик, фантастик. А что мне делать? Давай устрой вечеринку. Девок подгони, там все такое. Подгони реальных девок, сейчас. Типа, в общем, ты понял. Я тебе говорю, летописец нашей борьбы. Голос семей и чисто мои семей. Только чтобы четко... Ты понял меня, блин? Да, хватит мне свой рэп дурацкий нести. Опять мой мотоцикл пропал. Какого черта? Найди прикид помоднее, подстригись и двигай Кот Желоку между 8 вечера и 6 утра. Можно... Вот это вот прикид, стрижка, это все можно проигнорировать. Я не буду это делать. Просто едем на Grove Street, высыпаемся хорошенько и идем на вечеринку. Так, короче, я сохранился. Это час ночи, и можно идти на вечеринку. Опа. Кто там еще? Сиджей, как сам? Эй, Лок. Вечеринка выдалась что надо. У нас тут куча девок. Ты идешь? Ну, не знаю. У меня тут кое-какие планы сегодня. У меня тут катастрофа, я не могу читать рэп. Микрофон тут накрылся. Ладно, ладно, подскочу сейчас. Я тут рядом. Сейчас не вижу. Это я, Оджилок, Оджилок, Хаус, крошка. И я сейчас отожгу реальных Gangsta Nigga. И кстати, где Gangsta девки? И кстати, а Gangsta? Вот мой крыша СиДжей. Как же Nigga, как же... О, я думал микрофон на... Эй, как сам, братан? Как сам, Райдер? Все, крыша свалили, не хочу слушать это убожество. Я... Все... Я... Балбес, меня все убить мечтали, а вы недооценили меня. Какой ужасный рэп. Ё-моё, да у него вообще не калит. Стопудов. Здорово, народ. Чё за тема? Вернулся на район, значит, да? Да. А ты настоящий суровый пацан, а? Ты несёшь. Давай. Извините, ну тут банда... Ну тут балансы нам едут. Сейчас мы их зажмем в угол, этих балосов. Смотри, СиДжей, как Grove Street у нас рулит. Я пойду соберу братву и Биг Смоука. Подгоните тачки. Перекройте проход. Итак, занять позиции. Занять позиции. В атаку. Ой. Блин, они довольно серьезные. Почему-то, если попадаешь в бак, машина не взрывается. Блин, вот они прячутся и в них не попадет. Эй, там еще на мосту есть. Внимание, будут еще гости. Я сзади подойду. Не подходить ко мне, понятно? Подходите ближе, чего вы там делаете? Еще двое. Ух.
Вот это бой не вышло. О, Си-Джей, зря я в тебе сомневался. Да, теперь они знают, что Карл Джонсон снова с нами. Пошли обратно, вечеринка. Блин, опять слушать эту хреновню. Прекрасно. Кажется... О, можно теперь бабки зарабатывать. Отлично. Короче. Наконец-то Свит стал больше уважать Си-Джея. Мы хорошенько Балласов сейчас нашпиговали пулями. Так, дальше пойдут задания Свита. А, знаете что? Я чувствую, что в следующей серии первый сезон уже закончится. Потому что вот так вот быстро мы подбираемся. Ладно, не буду спойлерить. В общем, всем спасибо за просмотр. С вас лайкосы, подписываться, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем пока!